проделана большая работа на протяжении долгого времени, когда еще шел ковид, и эти работы были запланированы. Более 6,5 миллиона рублей выделено было государством на этот проект, за что огромное спасибо руководству, всем, которые принимали участие в этом проекте. Сегодня идет вот опрессовка будет и заправка первая кислородом. Значит, сегодня привезли кислород дополнительно, чтобы залить в эту емкость. Эта емкость будет рассчитана на республиканскую больницу, на родильный дом, на приемное отделение, на отделение реанимации. Дополнительно также в республиканской больнице дополнительно сделаны точки, это и в приемном отделении, и в отделении эндоскопии, и в определенных кабинетах, для того, чтобы пациентам, которые в этом нуждаются, была незамедлительно оказана помощь кислородной поддержке. Сегодня, как вы видите, проходят монтажные работы, и это большое, хорошее, знаковое событие для республики, для наших пациентов в целом. И вот, как сказал Эрик Эдуардович, планируется строительство детской больницы на территории республиканской больницы. И в будущем эта проблема тоже будет помогать. Эта ситуация будет помогать в решении той проблемы, которая может быть на территории детской больницы. Сейчас стоит трехтонник. И при необходимости, допустим, можно дополнительно поставить еще одну емкость, и кислородом будет лечебное учреждение обеспечено.